Ну а я сегодня поделюсь с вами своими покупочками, которые я сделала накануне в магазине Сенсей. Я люблю этот магазин за его цена-качество, наверное, так правильно сказать. И первое, я вам показываю полотенчики. Здесь в комплекте 3 полотенца, стоимость их около 7 белорусских рублей. Очень похожи по качеству на полотенчики из IKEA. Вот, смотрите, они достаточно большого формата, в 3 расцветках. Выбор был небольшой, всего лишь такой. Не знаю, как-то либо я бываю там и быстро это все разбирают. Ну вот в одном таком комплекте, в одной такой цветовой гамме был. Ну, мне она, в принципе, очень подошла и понравилась, я, конечно же, взяла. И очень мне нравится, что у каждого полотенчика есть такая петелька, за которую можно повесить это все, и будет достаточно удобно. Это хлопок стопроцентный или рогожка, как-то по-нашему это называется. Следующая моя покупочка — это палочки для суши. Их здесь, так, сколько тут, 8 штук. У меня дети любят палочками кушать не только суши, но и еще что-нибудь зацепить, побаловаться. Они не очень умеют ими пользоваться, но, в принципе, более-менее уже умеют. Сейчас я вам покажу их в деле. Я сегодня готовила роллы с лососем, яйцом, авокадо и огурцом. Поэтому сейчас вам покажу. Они изготовлены из бамбука, такого шоколадного красивого цвета. Сейчас хочу посмотреть, как они будут захватывать и удобно ли. И, естественно, с вами поделюсь. Итак, пробуем. Вот таким образом я сделала захват. В общем, захватываю и окунаю в соевый соус и буду кушать. Кстати, очень вкусные сегодня у меня роллы получились. Я уже не снимала, потому что как-то вам уже показывала, как я делаю домашние роллы. Ну, в общем, палочки как палочки, вполне себе хорошие палочки и достаточно неплохо смотрятся. Не знаю, как они, конечно, по качеству и долго ли прослужат, но в любом случае нормально. Следующая моя покупка — это вазон для цветов. Вот в таком лаконичном белом цвете, очень тяжелый. И классно, что у него есть, видите, такие специальные штучки, которые не царапают полочки. Стоит около 16 рублей белорусских. Значит, я этот вазон купила прям 4 штуки. 2 раза ходила, добирала. Такие тяжелые, что 2 купила, потом еще 2. Значит, буду использовать его на столе, на кухне для кухонных принадлежностей. Я очень люблю, чтобы всякие лопаточки, венчики лежали около варочной панели, чтобы не надо было никакие шкафы открывать. То есть взял лопатки или ложки, приготовил, и не надо никуда лазить. Поэтому вы смотрите, как, на мой взгляд, неплохо смотрится, стильненько. Вот. И поэтому вот такой способ использования. Второй способ — это использовать их, естественно, как вазон для цветов. Здесь у меня вот патифилум, по-моему, этот называется цветок, который беленьким цветет. И смотрите, у меня здесь новинка. Это Monstera Monkey Max. Смотрите, какие сочные листики я купила. И у меня есть такой же цветок, но это другой вид монстеры, который вот так вот в виде лианы спускается, так. А вот этот новый, он, видите, вот с более такими большими листьями, но тоже будет вот такой ползучий. И смотрите, кто здесь у меня. Monstera Alba с такими красивыми листьями. Просто будет очень хорошо сочетаться с моим эпипремиум золотистым. Ну, вот так вот выглядят эти вазоны. Они достаточно удобные, как бы формата удобного и по цвету.
лаконичные, простые и объем небольшой. Кстати, вот этот вот Monstera Monkey Max я купила большой куст и разделила его на два вазона. И с обратной стороны вот у меня, кстати, два вазончика этих из магазинчика Сансей. Вот маленький, у которого растет эпипремиум, там у него получается немножко цвет молочный. Ну да и ладно, они изначально не должны будут расти вместе здесь. Ну вот видите мои цветочки, мой папоротник, которым я высаживала в прошлом году, смотрите, какой красивый. И здесь видите уже побеги новые у меня тут у цветочков. Ну в общем, я обожаю зеленые листья. У меня очень мало цветущих растений, в основном зеленые. Ну и третий способ использовать как обычную вазу. Смотрите, как смотрится хорошо цветы в этой вазочке. Поэтому, если успеете, у них ассортимент меняется, срочно покупайте. Следующая моя покупка – это вот такие беленькие маты для того, чтобы класть тарелочки. Они абсолютно белые, и это просто была проблема купить просто белые, любых цветов, кроме белых. Поэтому пришлось заказывать. Здесь в соседнем магазинчике мне привезли, и я довольна. Посмотрите, как красиво маты белого цвета смотрятся. И какая же красивая сервировка получается. Во-первых, белый цвет под всю подходит, не такой он марки, как все там про него говорят. У меня вот, допустим, маленькие дети, и у меня и посуда, и шторы, и постельное белье в основном белого цвета, и как-то я справляюсь, да, иногда надо там пятна постараться удалить, но зато это свежо. И следующая моя покупочка, это просто моя последняя любовь, это вот такая термокружка, или как она, из двойного стекла. То это какой-то фокус. Я очень люблю горячие напитки. Прям вот кофе должно быть горячий, чай должен горячий, кружка тогда горячая, неприятно за нее браться. А вот эта кружечка, она из двойного стекла, и оно никогда не горячее. То есть у меня сейчас в руках абсолютно горячий напиток, и руки мне не обжигает. Волшебство. Очень она мне нравится, и мне классно понравилось, что у нее нету ручки. Зачем она, когда кружка не горячая, вообще для чего? Ни для чего. И так смотрится более красиво, даже для съемок, даже и просто попить кофе, чай. Ну, в общем, мечтаю, это хорошая покупочка, делюсь с вами, если хотите, мечтали, купите, не пожалеете, вам понравится, особенно если вы же горячий кофе пьете, что, кстати, не очень полезно. Ну да ладно. Сегодня в этом видео хочу вам показать 5 образов вот с мужской рубашкой. Это мужская рубашка, я ее у мужа конфисковала, она ему чуть-чуть мала, а мне самый раз. Почему все-таки мужская рубашка, вы спросите, если можно женскую купить? А потому что женская, она просвечивается, у нее другая ткань, она мнется, она совсем иначе как-то выглядит. Кажется, мужская более сексуально смотрится, нежели обычная женская. Смотрите, здесь я вам показываю первый образ на джинсах и как можно завязать эту рубашку, вот взять вот этот хлястик от пояса и туда засунуть и аккуратно завязать. Можно даже в интернете, я видела, красиво как-то завязать, но мне уже не хотелось лазить и смотреть, как это сделать. Но если вы захотите, вот идея, да, за хлястик, таким образом она не будет раскручиваться, как-то будет вам более комфортно ходить. Вот первый образ вот такой вот с джинсами. Смотрите, как мне нравится, обалденно смотрится голубой цвет, даже лучше, чем белый. Я, кстати, накануне купила была пару рубашек и померила, была в торговом центре Gloria Jeans. У них неплохая, но очень дорогая цена, я считаю. И опять же, она просвечивалась, а мне не хотелось просвечиваться, чтобы ничего не просвечивалось. И мужская рубашка, она всегда лучше ткань, лучше воротничок держится, и вообще она как-то в ней лучше дышится. Потом я еще заказала, была на Валберис, но там был в составе лен, и знаете, лен вообще не комфортен мне к телу, он как-то колется. Вот сейчас я вам покажу, как
можно еще вот с джинсами носить эту рубашку, можно ее заправить в обратную сторону, аккуратно здесь расправить впереди, и сзади можно даже завязать на резиночку при желании и засунуть либо под рубашку, либо туда в штаны, опять же ремешок, и все это аккуратно будет намного лучше смотреться, нежели как я здесь вам показываю. Рукава я немножко подкатала. И вот такой вот, пожалуйста, образ. Очень, я считаю, хорошо смотрится. Следующий образ, видите, у меня уже с классическими штанами бежевого цвета. У меня здесь ремешок с золотом. Сюда же я добавлю сейчас сережки, лодочки. И вот штанишки классические со стрелочкой на работу. Чем тебе не классный образ куда-нибудь, я не знаю, где этим на собрание, на офис. Мне кажется, очень хорошо мне сюда подходит эта рубашка. Вот конкретно у этой рубашки 100% хлопок с добавлением все-таки какого-то такого гладенького ниточки. Она мне, кстати, очень понравилась по текстуре. Вот смотрите, с лодочками очень даже хорошо тут вот этот вот образ, даже удивительно. Я не хотела вам его показывать, но как-то вот так все это быстро организовала. Правда, лицо надо было повеселее сделать, но какая-то я тут совсем уставшая, не накрашенная, вы уж меня извините, что-то мне хотелось вам показать и как-то торопилась. Вот. Значит, следующий образ с сарафаном или же с длинной юбкой, вот тоже можно собрать вот в такой вот хлястик, и тоже посмотрите, неплохо так смотрится. Всего лишь мужская рубашка. Если хотите сэкономить, даже, слушайте, в секонд-хенде можно найти прекрасные рубашки, абсолютно даже иногда новые, мужские. Не знаю, как женские, никогда не видела, но вот мужские точно видела красивые рубашки. Я думаю, что мужские рубашки, они дешевле будут женских, мне кажется. А я вообще люблю в секонд-хенде посмотреть другой раз рубашку, вот такую вот даже, и не стесняюсь купить иногда мужу. Образы, которые я вам сейчас показываю, они просто показательные. Но рубашку на самом деле я купила носить с детками на улице. Вот для мамочки с коляской это самый лучший вариант. Смотрите, под шорты, плечики закрытые, ножки загорают, потому что я уже с тремя детками точно знаю, если с коляской гуляешь, плечи сгорят, ноги нет, а плечи всегда сгорают. Поэтому набросить рубашечку и приличненько так, и попку закрывает, ничего там лишнего не открывается, не закрывается. Взял малыша, коляску и поехал в парк гулять куда-то там. Куда хочешь, в общем, вдоль дороги, в парк, и пошел гулять. То есть вот образ для мамочки с коляской, это самый, на мой взгляд, собственно, от этого я отталкивалась. Сначала я вот для себя придумала этот образ, а потом уже подумала, что я могу эту рубашку сочетать еще с чем-то. То есть смотрите, девчонки, ну, мамочки с колясками, вперед за рубашкой. Не хотите тратиться денег дорого, не хотите много денег потратить, просто купите в секонд-хенде, не пожалеете. Там будет намного лучше качество, нежели у нас в магазинах. Я как-то вот прям 100% уверена. Видео хочу с вами поделиться. Ну, все с примеркой закончено, и я в этом видео хочу с вами поделиться приготовлением шашлыка.
в духовке. Вот поверьте, когда я увидела этот рецепт, мне так захотелось его сделать. Это чего-то там с акцентом, мужчина с акцентом, по-моему, называется канал. Я у него посмотрела и на 23 февраля делала этот шашлык. Ну, показываю вам, его вам сейчас. Я и готовлю сначала маринад из соевого соуса, соевый соус, растительное масло, я все на глаз. Соль, можно аджику добавлять, либо кетчуп по желанию, но я вот оставляю так, как есть. И главное здесь выбрать хорошее мясо, оно должно быть жирное, это должна быть шея. В лучшем случае, вот поверьте, самая жирная свинина – это самый лучший маринад будет. Свинина должна быть жирной, это должна быть шея. Смотрите, я мариную это мяско, достаточно крупные кусочки, и добавляю большое количество крупно нарезанного лука. Прямо его сок с него так выжимаю. Это надо для того, чтобы потом лук мы будем удалять. И отправляю на сутки, на двое в холодильник. Пускай маринуется. Затем, когда я буду знать, что я за 3 часа до того, как я буду готовить, я достану. И смотрите, я добавляю в это количество мяса. Здесь у меня 2 килограмма. Я добавлю сюда жидкий дым хорошего качества. Берите. Я не знаю, чем оно отличается, но надо все-таки взять хорошего качества. Он недорогой. На 2 килограмма мяса столовая ложка. Все перемешиваю и пускай постоит 3 часа при комнатной температуре, чтобы мясо было такое, знаете, комнатной температуры, не холодное, и жидкий дым равномерно распределился по всему мясу. Вот такой вот рецепт, и, наверное, мужчину вы любого своего удивите. Я когда просто попробовала, просто, знаете, удивилась, что действительно это как с костра. Только выберите хорошее жирненькое мясо. У меня, к сожалению, мяско здесь постноватое было. Ну, я просто вот увидела красивый кусок лопатки и взяла. Ну, ладно, было чуть-чуть суховато из-за того, что все-таки это неправильное мясо, но было вкусно, пахло шашлыком. Смотрите, я выкладываю мясо, стараюсь убрать лишний лук, который здесь, на пергаментную бумагу. И сейчас буду на максимуме, у меня где-то 280 под грилем готовить до готовности. Один раз я за это время переверну мясо и буду опять его доготавливать. Вот. Ну, в общем, вы поняли, перевернуть надо. И у меня есть гриль, поэтому вполне себе все хорошо, если есть гриль. Если гриля нету, просто поставьте на максималочку там, потому что там выпаривается много жидкости, и она, в принципе, вам будет только мешать. Минут 40. И я готовлю здесь соус. У меня здесь в сковородке выпариваются томаты в собственном соку, которые я готовлю сама. Ну, естественно, вы можете в магазине купить. Здесь нету никакого уксуса, это всего лишь одни помидорки. Добавляю сахар, соль хорошенечко. В конце я сюда добавлю любимые специи, можете хмели, сунели, все, что любите, перчик и, в общем, чесночок. Очень хорошо сюда прям сдобрить хорошо с чесночком. И вот упариваю до той густоты, которая, да, густоты кетчупа. Мою зелень, все это буду подавать с зеленью. Ну, в общем, соль, сахар на ваше усмотрение и специи. Вот. Ну что, зелень здесь у меня, кинза и руккола. Значит, я ее помыла, салфетку вниз, и вот прям так и храню в холодильнике, в этой вот сушилке. Воду выливаю и на дно ложу салфеточку. Вот так, ну что тут дальше у меня по списку? Вот так у меня упарился соус. Значит, сейчас я добавлю, соус немножко остыл, но еще такой достаточно горячий. Добавляю сюда кинзу и достаю уже шашлык. Вот здесь вот я его, наверное, что, переворачиваю.
Вот я его переворачиваю и еще отправляю так. Знаете, не пересушить. Главное, не пересушить. Вот до готовности. Вот все уже у меня здесь приготовилось. Как я подаю такое мяско, я буду подавать на лаваше. Я лаваш просто порезала на кружочек. Вот. И сверху обычный лук. Репчатый, не маринованный. Закрываю это все вторым листом лаваша. И даю немножечко отдохнуть. И за это время сервирую стол. Вот, в общем, давайте попробуем, как оно здесь очень такое, знаете, вкусное мясо. Ну, была бы шея, было бы еще и сочнее. Вот, детям всем и мужу понравилось. Дети попросили, естественно, чтобы это было на шпажках. А подаю я с домашним лимонадом, с винегретом из запеченных овощей, с зеленью и все. Уже затопал, поэтому на этом буду заканчивать свое видео. Спасибо, что были со мной, досмотрели это видео. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.